Да, видел. Всем привет, ребят. Нам предлагают велик стримером сделать, ну, на бензиновом ходу. Ну, я вам честно скажу, что тормозов здесь у меня нету. Нет, есть, смотрите, чуть не разбился. Здесь потому что, по-моему, таких-то нет тормозов. Назад крутить, видишь? В общем, такая веселая история. Нашелся велосипед у нас еще один. Вот как всегда, да, многие пишут, как, говорит, не найду, так что-нибудь сделать. Помните, да, мы делали автомобиль на велосипедной тяге, когда было три велосипеда впереди. Именно вот эти вот велики были. Один у нас еще выжил. Но я так подозреваю, ему жить недолго осталось. И что? Ну, покатались тут, педали покрутили, стало неинтересно. Ну, двигатель ставить на велосипед, это тема такая уже старенькая. Их еще в советские времена проделывали, ставили. Ну, кто на что был гораст. Ну, и да, и мотовелики тогда, они действительно прям продавались в магазинах, можно было купить. А тут пришла такая история. Раз у нас есть моторчик, довольно-таки мощный для таких дел, поэтому, я думаю, возьмем что-нибудь послабже. И мы все, как и вы, большинство, любите смотреть, но мы еще и увлекаемся, и многие, я тоже думаю, ездят на автомобилях, занимаются дрифтом. Почему бы нам не сделать, честно вам скажу, давно хотели, тут раз такая тема подвернулась, сделать дрифт-трайк. Штука интересная, забавная, на ней можно ехать что прямо, что боком, в общем, как угодно. Ни разу этого не делали. И давайте, в общем, соберем дрифт-трайк, покатаемся на нем, посмотрим, насколько это вообще прикольно, угарно. Ни разу не ездил, но у нас, в принципе, из команды никто ни разу не катался на таких вещах. Поэтому давайте-ка мы все это дело соберем. Но все-таки это дрифт, тем более трайк. Поэтому погнали. Ну что, друзья, смотрите, у нас получился вот такой вот дрифт-трайк, причем что-то мне подскажет, что он выглядит даже очень даже замечательно. Двигатель с редуктором просто-напросто покупается, здесь собирать ничего такого не надо. Ну, задняя ось, да, заднюю ось мы сделали из трубы и просто сами концы валов вытащили под посадку, под подшипник и, соответственно, сделали ступицы под колесики. Колесики взяли из картинга. И вот самый смешной момент был, когда переобували резину, то есть брали, у нас диски стоят широкие, диски мы взяли задние от картинга, они 10-дюймовые, если не 11, вот могу ошибаться, и, соответственно, резину взяли с передней оси, то есть с узких дисков и натягивали сюда, ну, типа как на разварку, ну, все получилось четко, они натянулись прям очень даже замечательно, после чего спокойно одели сюда вот пластиковые трубы, нарезанные, ну, широкие немножко получились, но ничего страшного. Я думаю, вот этот двигатель мощностью в 7 лошадиных сил должен это все дело проворачивать просто на ура.
Поэтому что? Поэтому мы приехали на полигон. И сейчас все это дело будем испытывать. То есть педаль газа мы сделали под ногу, как на машине, тормоза. Ну, тормоза у нас остались велосипедные. Я думаю, что они даже, скорее всего, и не понадобятся. Но это опять мы увидим все дело на испытаниях. Поэтому попробую сейчас здесь по асфальту маленечко раздать. Ну, а потом поставим, скорее всего, конуса, что-то такое, может быть, что-то типа траектории сделаем. Ну, типа трека, чтобы было понятно, по какой траектории тебе надо ехать и вообще как, возможно, невозможно с этим делом справиться. Поэтому погнали! Ну что, запустили, погрелся, вроде не едет, нет, едет, потихонечку все-таки толкает его. Ну и ладно, ну и фиг с ним. Отличная посадка, очень низкая. Так. У-у-у-у. Тормоза. О, работают, нифига себе. Так, ну-ка. Как с управлением? Вообще все нормально. Так, но все-таки просто по прямой ездить, это, конечно же, неинтересно. Надо найти участок немножко поровнее. Так, это же все-таки дрифт-страйк, правильно? О-о-о-о. Вот это номер. Так. О-о-о-о. Нет, смотрите, что. Это дело такое. Дрынкнуть надо. Нет, здесь так угарно сидеть вообще в ковше. Прикольно. Низко, здорово. Блин, прикольно. Ну что ты? Да. Поехали, где асфальт поровней. Так, ну что я могу сказать? Ну что-то... Чего? Ручник это будет вообще помеха, потому что когда мы ставили на машину пластиковые трубы, только ты ручник дергаешь, все, она становится неуправляемой, ее сразу разворачивает, примерно так же, как и здесь. Так, ну поехали туда. Ха-ха-ха, не, ну классно. Вообще прикольная штука. Что же раньше я это... не занимался такими штучками балдежными. Не, ну тут надо точно привыкать. О! Ну, быстро-то едет она, понятно, что быстро. Нам же наш она дрифтила. Все, становится понятно. Тихо, 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 тихо. Ну не так же резко-то. Эти, запуск. Так, теперь я, кажется, понимаю, зачем нужны передние тормоза. Нет, тут точно надо тренироваться. Просто так сесть и поехать не так-то это просто. Хотя вот вроде есть понимание, что такое дрифт, да? Как управлять и как что делать. Но здесь не так все просто. Ну,
Опа-па! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Ага! Довольно-таки весело и очень даже необычно. Чуть-чуть помощнее было бы тормоза и покрышки в передней, было бы сцепление немножко побольше. Было бы половчее. Почему? Потому что, ну, судя по всему, надо постоянно притормаживать, чтобы она, ну, максимально не разгонялась. Все-таки мощности двигателя не хватает, когда она едет быстро, для того, чтобы колеса буксовали. Да и наоборот, чуть-чуть так запугался, как будто я педали крутил, блин, и на ней ездил. Ой! Фиг там! Не так все просто! Но научиться хочется. Ну, что-то похожее уже такое не получается. Так, кто желает? Леш, может ты? Ты же у нас вообще всемогущий инструктор. Да выдержит он твой вес, не переживай, меня же выдерживает. Куда, куда? Куда-то туда! Очки одел, ты понял? Как... А, у вас почему так получается, что вы в очках, да? Что, мне пойти тоже очки одеть? Погоди. А чё разворачиваешь? Почему вообще не получается? Что я делаю не так? Да. Что ты делаешь не так? Да. Не знаю. Ну, вообще, я не знаю. Надо тормоза подтянуть, отпусти. Этот полегче, видишь, он газует посильнее. Вот что делают конуса, когда ты на них наезжаешь, да?
Вот раскатался по одному и тому же месту. Не, ну скажу честно, тут да, действительно, надо накатывать сколько-то там часов, сколько-то там времени на это тратить, чтобы вот так с первого раза сесть и прям сразу лихо поехать. Скажу честно, не получается. Но ничего, с помощью тренировок, как говорится, можно достичь чего угодно, да? Давай, давай, ты все равно на газ даешь, не чувствуешь, когда его отпускать надо. А мы поржем. Он уже на третьей его стечку выкручивает. Не, ну по красоте он раз встал обратно. Она не дрифтит, а просто едет. Ты не понимаешь? А ты видишь, у нас вот, инструктор кортно-аварийного вождения сел и сразу же поехал. А ты у нас сколько уже проектов? То засадишь, то сломаешь, то еще что-нибудь. И так еще не научился? Засаживать научился. Ну вот, ребят, смотрите, получилась у нас вот такая замечательная штучка, дрифт, трайк. Обалденная штука, на самом деле... Понимали все, да, когда ее строили, что будет прикольно, но что будет так весело, тут действительно никто не ожидал. И на самом деле, получается, в чем вопрос-то основной? Построить такую штуку может любой. Единственное вложение, что нужно, чтобы купить двигатель с редуктором. И то, я думаю, если поискать где-то что-то уже, ну, скажем так, уже бэушное, то в любом случае можно найти и уже будет намного все это дешевле. На самом деле это очень прикольная, очень классная штука. А все на инерции, на том, что нет зацепа именно на задней оси, с передним колесом. Ну, здесь тоже вопросы. Я так подозреваю, что здесь самый основной вопрос именно вот в наклоне вилки, какой здесь должен быть угол. Ну, потому что мы делали так, поставили, вот так понравилось, приварили. Может быть, и все так строят. Колесо переднее, конечно, желательно, чтобы было пошире, чтобы у него было зацепа побольше. Тормоза тоже, конечно, хотелось бы поставить другое и другие, потому что если, вот, например, вот начинаю двигаться, ну вот на нем я, да, вес такой, да у меня, скажем, такой у меня, ну, честно, видите, да, выше среднего, и приходится постоянно притормаживать, чтобы... не было большой скорости, и колеса постоянно буксовали для того, чтобы можно было рулить. Ну, кстати, штука очень даже, если вот покататься еще, я думаю, пару часиков, и все начнет прям получаться просто уже отлично. Поэтому, в общем, классная штука, балдежная, просто советую всем попробовать. Прям вот сделать. Зима придет, за зиму можно построить спокойно. Вот каждый себе по такому делаем, и весной встречаемся и начинаем кататься. В общем, ну это ладно. Лилика. В общем, на самом деле, классно, круто, молодежно. Ага, привет всем. Поэтому, ребят, у меня на этом все. Делайте, не бойтесь, все едет, все классно, все замечательно. Но, опять же, все это делать надо на закрытых площадках, где нету у нас, ну, вот так вот, машины
пускай они ездят, но чтобы они знали, что сюда заезжать нельзя, вот как здесь. Поэтому, ребят, у меня на этом все. Смотрите нас, подписывайтесь, конечно, предлагайте, комментируйте, ставьте вот такие лайки. Ну все, пока. Ну что, хочешь добить зверюгу? Я по твоим глазам вижу. Так через очки видно.